Всем привет, друзья! Руслан, меня зовут Влад, со мной Руслан. Поприветствуйся. Здравствуйте, всем хорошего настроения. Как твои дела? Руслан тут, короче, зомбаков гасит, пока я проверял, как у нас вообще с записью дела. Я помогаю. Ты оценил помощь? Я да. Побольше бы. Я да? Ты да, я нет. Так, мне что-то у меня одна граната только была. Так, ну, как я помню, из того момента нам куда-то сюда, потому что они будут, типа, на Endless моде идти к нам, поэтому надо идти, да, сюда нам? Да. Ты мне нужен здесь, я как понимаю. Сейчас, спецсек, надо. Ладно, пофиг, где ты там? Вот коп тут прям, да. Давай. Так, а ты остаешься? Я, видимо, тебя блокирую. А, нет, смотри. За печенью. Нифига, какая она сильная, ты видел? Я женщина, да. Всем такая такое. Женщина, да. Прикинь, тут перевернутый кузов какой-то стоит, и я такой говорю, я должен, наверное, тебе открыть там проход. Открыть кузов. Открыть кузов с обратной стороны. Болгаркой просверлить проход. Опять он! Опять этот грузовик, ты кто? Ты зачем? А, это КамАЗ уже, нет, это другой. Теперь будет бензовоз за нами гонять. Мне кажется, они это один и тот же водила. Мне кажется, вот, это просто восстание машин, там нет водил. Трансформеры? Да, но само ездит. Не, я думал, он за нами поедет, он с концами. Одноразовый бензовоз. Знаменитый. Ну все понятно. Леон, я бы не вмешивался, они там и сами справляются, я смотрю, на заставке. Все-таки я Руслан Леонович, я должен. Руслан Леонович. Как дела? Как ты? Нормально, Владос Хеленович. Я вроде тоже неплохо, мы продолжаем Резидент, ребята, если вы подписались уже и прожали лайк, это очень круто. Так, ты, да, сейчас со мной идешь, получается? Я не управляю сейчас, здесь? Да. Как это будет? Помнишь, что ты сказал Дебору? Да, было дело, да. Я вот тебя, так сказать. Ада Вонг? Она жива! Она жива, покоцана немного. Да, мне кажется, у Хелен сломалась спина после Деборы. Ада, я думал, что она мертва. Да тебя обманули. Леон такой наивный, он во всех частях наивняк включает, ты заметил? Потому что он белый рыцарь. Его этот чувак обманул, Симмонс этот, которого мы на поезде с тобой оформляли. Да. А он и верит. Никогда не надо верить таким, как Симмонс, ребята. Таким надо голову размочить, как я сейчас. Это же Симонов. Это же Симмонс, это уже фирма, которая вряд ли хорошие телефоны выпустила бы. Так. Согласен. Пожалуйста. Вот Xiaomi это другой немножко уровень, я думаю. Ты кто вообще? Иди отсюда. Со своей головой. Так, шахматка. Ты взял? А, нам надо идти, Влад. Куда? Кади Вонг, что ли? Получается, а, так? В проход. Леон, ты меня слышишь? Ты в порядке? Я цел. Но у меня предчувствие, что дело пахнет жареным. Дело пахнет жареным. Дело пахнет... Не в начале игры были, типа, я так шли? Я тоже что-то проход заметил, так тоже, да-да-да. Багбеки. Мы отсюда выходили перед театром, все верно. Точнее, столовкой. Там большой рестик был, помнишь, в начале? Рестикратор. Рестикратор. Так, куда... Чё ты тут пробил? Ревнул. А чё пробил тут был куда-то? Его погладить. А. А какой кадр, да? Кадр-бомба. Ну слушай, это да, это... Я свой не очень хорошо кадр заметил, но твой прям, да, мне в экран... Она ему соски выдернула только что, прикинь? А как ты хотел? А не знаю, она прям руку ему вставила туда, так. А чё он не берет патроны? Она, точнее. Место, типа, нет? Нет, места надо выкинуть. Ты знаешь, как выкидывать? Да. Чё это такое? Дистанционная бомба? Это же можно выкинуть, да? Нет? Чё там происходит? Это кто? Это ты? Не, нормально вроде. Не, нормально. Так, подожди, а как комбинировать? Капец, я забыл! А, господи, на R! Я туплю, капец, по-страшному, как просто боженька. Так, комбинировать, пробел, ок. Так, все схавано, так, все, теперь места должны быть. Так, ты тарелочку шлепнул? Какую? Где ты нашел? Вот она. А, ништяк. Со снайпы сейчас ее. У них столько оружия, что, короче, это... Порой бежишь, тарелочку на снайпу нацеливаешь. Мне чтоб нож дать Хелене, блин. Так, что-то на китайском. Возможно, это Ада Вонг там написано. Здесь была Ада. Здесь была Ада. Воу, чувак, здесь ад! Ты где? Во.
мясная вот эта вот жижа пошла. Муса. К нам ползет, смотри. Да, я понимаю. Кто-то... Кто? Муса? Кто это? Жижа. А, жиз? Жижа. Эй, кто меня толкнул? Все, надо уходить, Влад. Я стараюсь, тут просто пацаны на входе, прям на проходе. Так, пошел вон отсюда, зомби. Там с них лута столько попадало, мне кажется, чувак. Надо собрать. Да, я тоже так думаю. Как-то без лута это не делается вообще. Так, усё, я жду. У нас ещё, кстати, плохо с этими. С деньгами, с очками на очки. Помнишь, там дорогие цены, капец. Так. Сейчас будет жестко, вот, готовься. Ты уверен? Ты уверен? Сейчас что-то жесткое. Какой-то босс файт? Ханиган, сможем ли мы здесь пройти к башне? Да, продолжайте двигаться в том же направлении. Так. Так, пробел. Ну что, выходим в том же направлении? Я ему снайпой вмазал, а ты в этот же момент ему ногой вшатал. У меня очень дежавю, чувак, дежавю, мы тут были вначале. Нет, не дежавю, что это реально, типа, игра так заново пошла, типа, дальше так и будет, как шли по сюжету. Типа, это, может, задумка автора, бесконечная игра, компания именно, за Леона. Не знаю. Ну, но... пройдем дальше. Но мы тут были, это факт, вначале. Все, обхитрили нас. Не, на самом деле это Стонгс, чувак, делает игры с возвращением. Это ж классно. Леон, смотри! Вот такого не было, кстати, вначале. Ты жив? Так. Леон красавец, на него самолеты уже падают, он выживает. Молодец. Часто все бахает, да, все, топливо, ну да. Мы бежим опять. Куда? Кутае, что ли? Да ладно. Просто бежим. Нет, с Кутае, чувак. А у меня обычно. Главное, с пробелом. Да-да-да. А я жду... Нет, у меня тоже обычно, я думал, Кутае будет. Get over here! Все, Руслан, тебя так сдуло, сейчас ты жив? С экраном. Так. У меня ощущение, что наша компания потихоньку заканчивается за Хелена Леона. Мне кажется, она уже закончилась, это реально, вот кто пошел. Типа они даже нам об этом не сказали. То есть смотри, когда была вот эта наша поездка, очень интересная. А вот этот чел падал тоже вроде, да? Да. Подожди, ты хочешь сказать, что мы... Началась автоматическая игра плюс, что ли? Типа да. Подожди. Нас заскамили. То есть на Симмонсе оно реально все закончилось, и когда мы доехали до того газа, перезаписалось время, что ли? Да, да, то есть на газе, когда вот мы начали, сели машину. Ну, может, это их глюки, это все вранье. Враки. Это все вранье, это просто газ. Давай поднимайся. Не, сейчас нас выкинет в ту же лабораторию, надо будет выйти в меню, посмотреть, потому что это какая-то херня, если честно. Да нет, я думаю, это был конец рилток. Рилток, это прям конец. Я смотрю, у нас реально дежавюшка с тобой пошла. Те же самые места. Тот же самый мужик. Та же самая Хелена. Тот же самый мужик. Опять не нажимать надо успевать, иначе меня съедят. Все. Я его вроде это скинул. Оформил. Ой, мы сейчас упадем. Нет, не упадем. Мы сейчас в дом влетаем. Держись. Поезд. А поезд был тогда? А, был. Да. Неадекватный поезд. То есть по факту нас с тобой в конце сбивает грузовик, бензовоз, и там кончается компания Хелены и Леона, по факту. Нет, по факту мы садимся с тем чуваком в машину и едем в этот, в туман. Ну все, и там как бы закончилось. Но бензовоз-то он-то был, это все равно прикольно. Кадр-то новый, можно сказать. А, ну да. Бензовоза в этом не было. Так, а вот это место... Да-да-да. А, ну да, оно было, да.
Да, серьезно. А, конечно, успели. В чем проблема? Аниме прям пошло. Не, ну ты серьезно? Yeah. Мне просто интересно сейчас, подожди, я просто пробегусь, мне просто это рил интересно. Это что, это нас реально заскамили? Ну я, не, я конечно запишу это на видео, ты как вообще на это смотришь? Да, крижанём. Надо офигеть, конечно, с этим. Офигеть, серьезно. Ребят, ну мы это, мы прошли кампанию, короче, мы немножко это, не поняли, как это работает, да. Мы прошли целую кампанию и еще на пол карасика другую. Тогда пойдем в меню и будем что-то другое искать. Да, да, думаю, там Крис уже, да? Да, сейчас будем снова выбирать ребят. Вот, и будем что-то делать. Не, ну это жестко, это жестко. Я даже знаю, как я назову эту серию. Обман. Да, компания... Нет, нас обманула компания. Чё-то... Нет, нет, ну я что-нибудь придумаю, блин. А может я добавлю к той, к тем видосам, хотя фиг его знает. Посмотрим. Монтаж, это ж дело такое, да? Да. Да, это тот самый облезлый мужик, смотри. Ой, подожди. Что? Ты тоже охуел, да? Я да, я более чем. Что это такое? Ребята, все нормально. Мы наебались. Я знаю, что ты сделала, Ада. Нас заскамили. Ты не послушалась меня. Нас заскамила игра, серия. Ты забрала сына Уэскера. А как он выжил? Это что за магия? Что за Dark Souls? Что за дежавю? Ты использовала кровь. Мне кажется, это все газ, Руслан. Он был непростой. Этого ублюдка, чтобы усилить вирус. Надеюсь, в аду тебя ждут. Потому что здесь по тебе никто скучать не будет. Мутированный Дерек. А нам в бочки стрелять в эти, по-любому. А я пытаюсь, а и пофиг. Да? Я, короче, ближний бой. Нет, я не ближний бой. Ты кто? А так кто ты тогда? Так. Ах, нифига, а вот ты кто? Кто ты, воин? Вон он кто, смотри, обрати внимание. Он, так, вот он какой-то. Кто. Так. Он какой-то жесткий парень. Не, ну цель-то метка-то видна, куда палить ему. Это да. Все, я куда-то ему просадил. И ты просадил, и я просадил, и мы просадили в бок ему куда-то. Че, теперь ближний. Я так понимаю, сейчас он будет из стана выходить и опять превращаться, он же умеет, типа. Мочи, мочи, левый. Нет, нет, нет. Так, вот так, тут, так, тут вот можно... так. Бочка, бочка, брат, отходи, отходи, брат, отходи. Я не могу, это анимация. Капец. Давай, бочка сейчас. Встаешь? Нормально? Нормально, смотри, его от бочки развалило. Красная там такая лежит. Вот по ней пали, если что. Воу, больно. Где я? Так, от хилов нету. Лечись, Хелен. Хелен, лечись, пожалуйста. Так, красные бочки на полу надо еще искать. Нет, 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 вот этого не надо, пожалуйста. Опять он. А, это наша, походу. Я думал, сейчас грузовик опять нас собьет с тобой. Залезай. Надо в рот надавать. Класс. Бочка, 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 увидел бочку. Кто-то стреляйте в бочку, алло, глаз. Знаешь, что я не понимаю, Руслан? Почему, когда мы начинаем плотно и активно сражаться с этим типом, так. Кто-то постоянно нас, наш файт прерывает, увозит куда-то. То поезд, то теперь тип какой-то. Мы же уже, у нас же уже все схвачено было. Мы же уже бочки там нашли. Поняли, куда стрелять. Он стреляет в бочку. А теперь в глаз. Хотя я стрелял и в КамАЗ. Пора бы взорваться этому КамАЗу, я считаю. Мне кажется, он декоративный. Что он творит? Стрелять в этого ублюдка. Мы стараемся, ты не виляй пока, чувак. Давай в глаз ему. В дупло, в дупло вот в это, да. Что-то машина какие-то сальто, прям как в игре, вектор, короче, выкручивает. Это как вообще работает? Так, походу наш друг умер, да, водила который? Ну да. Я увидел его ноги просто так. Бочка, бочка, бочка! Бааа, минус! Нифига! Да, ну вроде не минус. Хочешь ЛКМ ему? Красивая анимация. Давай, ЛКМ! Давай, поехал.
Вот так, вот так, окей, да, пошло, 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 давай. С пробельчиком, давай. Наматываю ему просто, наматываю, разматываю его лицо, давай. Но будет еще третий, по-любому. Третий приход его, поэтому готовься. Это стандартная история. Это классик. Классик. Третий приход, а я уход. Сука, уйди. Хелен, пожалуйста, уйди от него. Нормально. Ну-ка вот. Не, надо это видеть, ребята. Такой контент надо видеть, я считаю. I kill you. Так, а если ты бьешь, я могу ему по яичкам стрелять? Главное, не по моим. Я очень аккуратно. Я с этим всегда аккуратно. Серьезно, ты снова приходишь? Так, ладно. Он опять приехал, Руслан, ты понял? А ты что такой красный? Без понятия, я вообще валяюсь. Я не хочу... Попробуй чем-нибудь его заставить. Ничего не говори. Я на себя понаделся, под ним остался и даже что-то не ушел из-под него. Ну дурень, чё. Так, вот ещё бочка. Гаси его. Дэмь, так. Ада, стреляй, помогай, алё. Так, уходим. Уходим и сразу на бочку его сюда. Иди, веди ко мне. Сейчас его на эту бочку натянем. Ой, давай его сюда. Давай его сюда. Давай, 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 братан, давай. Сюда, к нам иди. Машину кидать не надо, ты к нам иди. Тут для тебя бочка ждет. Ау, секс, иди сюда. Ну ты идешь сюда или нет, мудила? Он что, не видит, что ли? Воу, все он видит, по бочке рядом. Бахни, Рус, он меня это... Ебет. Так, подожди. Рус, там бочка под ним, он меня ебет. Стрельни по ней, молодец. Ой, Руслан, спасибо большое. Просто две единички КП. Не было, конечно, как корова слезала. Но ты все равно вовремя, молодец, я вижу. Вот, нет. Ты видел эту бочку поначалу? Я вообще, я был на другом конце карты. А, да? Ну. Чё, погнали, вот! Все как надо, да, молодец. Так, накидай ему. Накидка пошла. Сейчас смотри, мне рукой стрелишь. Беги, Влад, беги! Бежу, я больше не повторю таких ошибок. Я больше под ним не окажусь. Остался рядом, да. Я больше не сплю с такими. Так. Вот еще бочка одна стоит, но он сюда не дойдет, конечно же, да? Сюда иди, конч. Он меня видит вообще, не? Эй, братишка, иди ко мне. Бочка бежит. Идет, бочка рядом. Давай. Так, он опять заставка, а ты по бочке бахни. Походу, он опять меня потонул. Да я вроде бахнул. Да? Взрыва что-то не видно. А, походу, да, ты бахнул. Нормально. Все, сейчас нормально отработаю. Ада. Она всегда эффектная. Ты заметил? Всегда красоту наводит. Потому что женщина. Это ты кинул? Или у нее было? Что-то что? Не заметил. А у нее датчик какой-то. Она направляется на крышу. Жучок типа на вертолете. А? Будем надеяться, что лифт работает. Че, обнимашки? Что случилось? Ничего. Let's go. Старые проблемы. Идем. Старые проблемы. Идем. Старые проблемы о новом. Опять ищем полового. Вообще, с партнером мы только что нормально с тобой дрались. Слушай, ну это вообще ни о чемная дичь была, на самом деле. Вообще, бочки и боссы в резиках — это стандартная история. То есть, так. У них есть несколько форм, ты с ними дерешься, ну, кому я объясняю, ты и так это знаешь, правильно? Классик. Тем более, ты смотришь у Владислава, хороший блогер, да. Наверное. Ну, ты так, помню, говорил, типа, Влад лучше, да? Владислав, да? И вот, короче... Босс-файт на поезде был куда геморнее, чем сейчас, например, я считаю. Куда поездать? Но он был и геморнее, там, типа,
Нам мы не понимали поначалу, что делать. Как? Как какать? Да. Слушай, ну надо это. Надо что-то с патрон. У меня пистолетов столько, автоматов столько, у тебя там такая же история. Да. Уже не знаешь, куда, как переключаться там, да, куча всего. А самое смешное, что в ответственный момент что-то нацеливаешься и перезарядочка такая, да? Да, да. Ну тут прям шутанчик похлеще, чем в Резике 4 ремейке будет. Я имею в виду в плане экшона, тут прям полно его. Она тебе просто подруга, верно? Вот Эшли так же спрашивала. У тебя к ней чувства? У тебя к ней филингс? Дип. В ответственный момент, когда надо было ответить. Видишь, Леон обычно сам сливается, а сейчас его просто судьба слила от ответа. Не, катсцены, катсцены нереальные. Я, кстати, слышал, что эти ребята из Capcom 5 ремейк Резика, да, скоро начнут делать. Интересно, вот прям он будет такой? Ну, типа, как он был, или вообще переработают, как классический, не переработают? Я не знаю, но нам нужно будет с тобой, думаю, пройти и 5, да? Эх, вот это геймплей. Нажимать две кнопки сразу, да? Ты об этом? Да. Не, я надеюсь, будет нормально, но шестой ремейк я пока не представляю, если честно. Он и так клёв просто тут. Я не знаю, что тут ремейчить. Наверное, как-то можно? Семён! Как? А я еще лезу, а ты где? Ты с ним деревёшься там? А нет, это не ты. Это ада. Да, это ада. Я думал, это тебя сюда отбросило уже. Все нормально. У вас просто притчи похожие. У вас притчи похожие. Она ада, она. Ты Руслан Леонович, а она. Ада Адович. Руслан Адович. Сука. Так, ну и жопа. Кто тут сверху? А у меня снайпа вот какая-то, я палю, да, типа? Я типа помогаю? Наконец-то что-то. Тебе конец, Симмонс. Со снайпами туда давай, да? Ты же правильно снимает? Слушай, у меня кончилась снайпа. У тебя есть что? У меня еще 50 патронов снайпа. Ух, нифига ты жесткий. Ой, к нам, друзья, давай ты пока ее там со снайпы, а я дефать нас буду. Ой, там плохо. К нам ребята просто идут. Там что-то всех утровачат. Что-то вообще плохо. А, все, патроны, видимо, пошли. А чего она там стоит? Я не пойму, там трава, действительно. Этот Симмонс вообще не убиваемый, да? Ну, смотри, она его ебашит, смотри. Это наш прием. Ты чё? Ты чё нашим приемом? У меня снайпа была, я попрошу. Ты видел, как она его просто размозжила там? Ну как? Чисто накидала. Опять полезли. Она как хель. Обожаю. А чё, у тебя на меня там вид, да, если со своей стороны? К сожалению. Чё, видно жопу? Реал? Алёна. А чё, я падаю? А, это кат-сцена. Это я падаю. О! Вот это я понимаю. А, все что ли? А, канон, ты должен на мою жопу смотреть, я понял. Да ты не показывай! Но я определенно выберу мужчину на следующую кампанию. Ты как хочешь, а я выберу мужчину. А мне кажется, там два мужика будут, братан. Там Крис и... В любом случае, я хочу, чтобы ты тоже как-нибудь поиграл за девушку. Я хочу тоже искать эти эмоции. Посмотреть на ракурсы, когда... Вот как ты смотришь на эти ракурсы сейчас. Сейчас я смотрю на Популиона. Да, в любом случае, я должен испытать ракурсы. Мне сейчас спонс ест! А чем тебя выбить оттуда? Выебать. Руслан, это паника. Да, это паника так. Не подумай, он ли мужчина, ты же знаешь. Ага. Вот он пока очень мужчина, да, вот этот парень. А чё, она никакой ему трос не кинет? А, да ну хорош. Чё ты там кувыркаешься? Чего она? На чем она лежит там? На трубе на какой-то? О, ну все, паркур там. Не, хатсцены бомба, бомба. Как будто Человека-паука играешь в нового. Тоже на высоте я там, да? А, ты там не слышишь? У меня сейчас был выбор. Так закончится. В смысле, пойти со мной или пойти к Эдди? Нет, либо стрелять с него, либо подкиллить ее. И я случайно мискликнул. Даже не обратил внимания. А, то есть пойдем со мной, любовь моя, мы будем вместе навеки. Это он кому так, говорит? Ты можешь умощить? Пойдем ко мне, любовь моя, это он Ади говорит? Серьезно? Он ее любит? А ты его стреляешь, Влад? Я вот сейчас, да, по нему палю. Но он идет ему как бы пихуй на все, не? А вот все.
Пойдем ко мне, любовь моя, говорит. Пойду, пойду, Влад. Все, обнимашки. Я, кажется, сдох. Мне кажется, Леон должен его загасить. Это же все-таки Ада, это же его интерес, типа, не? Нельзя спать на раскатает. Работе. А! Поджи, поджи. Отравный. Подожди, я могу вообще к тебе слезть или нет? Ой, все, прощай. Ой, ко мне зомби. Так, а че я к тебе слезть не могу, не пойму. Просто почиль. Типа вы деретесь, а я так чилю сверху? Безопасней. Не, ну я вас типа сверху пытаюсь прикрывать, если туда урон мой идет. Я прилег. Там к вам зомби еще? Сейчас я вас скину. А, ну мой дамаг по зомби идет. Нормально. Блин, я тоже в босс файт хочу к вам, пацаны. Пацаны, пацанессы. Пацаны, Руслан, я хочу к вам. Так. Что происходит? Ты вон уже стреляй в боссов, молокосос. Ну да, пытаюсь. О, сейчас будет Родео. Я искренне верю, что мой дамаг идет туда. Так, он опять где-то. Давай. Побежали! Давай, жуха его, я с дробовика имнул. Давай. Слушай, какой напряженный босс, такого еще ни в одном резике не видел. Как он цепляется за всю жизнь, да? Да. Серьезно, еще что ли? Патронов вообще нет. Но это определенно последний файт, я уверен. Сколько же последний можно? Последний файт в этой жизни. Угу. Сколько же можно? Так, мужик, я тебя бью вообще. Прикинь, целых две серии посвящены Симмонсу, офигеть. Ладно, персонаж. Серьезно? Охереть, на меня зомби напали. Так. Оба, катсцена. Леон! Я должен тебя задефать, бля, где? Я должен спасти тебя. Ладно, рука. Я стреляю. По нему стреляю. Ты должен сам подняться, пока ада идет. Ты не всегда получаешь то, что хочешь, ублюдок. Нет! Будем считать это завершением отношений. Так он все-таки на аду имел виды, да, этот парень, этот Симмонс? Да. Сначала штаб захватил с Ханиган, свои правила диктовал. Теперь он, значит, Леону хотел женщину у Леона забрать. На которую... Да. Леон как бы, ну, к ней что-то тоже испытывает. Кто ты такая? Почему ты нам помогаешь? В смысле, он же знает ее. Да не, может, она как это... Я бы с удовольствием с тобой поболтала, но мне надо бежать. На крыше ждет прощальный подарок. Увидимся, Дома? Леон. Мне кажется, она не ада. Нифига. Ада! Скрыто, мужик. Чего ты ждешь? За ней. Она какая-то непростая, да? Нет, да. Мы останемся вместе. Это что, Надежда? Ты Надежду ей дал, что ли? Нет, я выбрал тебя. Да потому что по компании так надо. Аду, видишь, Ада, он Адус опять слил, понимаешь? Хотя Ада его сама сейчас слила. Ой, жесть, какая Санта-Барбара тут. О! Тут место, тут место и любви, и экшену, всему место есть. И грузовику. И грузовику, без водителя тоже, да. А, все. Это наш билет отсюда, если сможем до него добраться. Изи, брат, да нет, это просто зомби. А нет. Только не говори, что Симмонс уже живой, не надо. Патронов нет у него. Да ёбаный ты рот, ну серьезно что ли? Ты кто? Это мини Симмонсы. Смотри, он еще живой. Он из них высасывает трупный яд, наверное, какой-нибудь. Трупные, скажем так, ткани, чтобы восстановить свои, да? Да. Да ну серьезно... Превьюха. Классное завершение, да, компании будет такую картинку поставить? Да. Да, я тоже так подумал. Руслан, нахуй он здесь нужен? Объясни мне, пожалуйста. Я тебя прошу, умоляю, объясни, какого черта он еще живой? Хороший вопрос. Я уже на новую компанию нацелился. Откуда он взялся? А все, что ли? Ты все, что ли, муха?
Цукутука. А 90 было. Все свои-то начали. Давай, вперед! А че он такой? А че он такой? Может, там был типа выбор, нифига ничего. Сколько было пафоса, столько пиздодельности, да? Да. А тут херак Леон подошел, ему автоматом прикладом накидал и все. Не понимаю. Руслан, что ты не понимаешь в этой части? Нужно добраться до вертолета. Вот я не понимаю вот это. Подожди, я не понимаю, какого меня камеру так отводит. У тебя тоже, наверное, такая дичь. Да. Но в плане камеры ремейк нужен, во всем остальном ремейк не нужен, я считаю. Ага. Так, подожди, нам сюда. Как пройти туда? Че, есть какой-то тут проход? Только задний. Подожди, а вот здесь, там же дверца показывается. А, вот. А я зачем сюда иду? Не знаю, но мы лут забрали с тобой. Там лут стоял. Нам сюда, к дверь. К дверь. И медалут. Давай, ты мне нужен тут. Блин, жалко, я не смог сражаться с тобой на этом, на крыше, короче, где ты с Адой был. Да. Меня там зомби только херачил, рядом со мной стоял. Уединились. А чё, там лут есть? Ты ломаешь чё-то? А, нихера, да, я возьму. А то патроны вообще в минуса пошли. Так, подожди, дай сейчас нас попробую кое-что сделать, если это сработает. Что ты хочешь? Сейчас погоди, а так, постой, да. А, ты тоже подхилился. Да? Оно работает. А, ну поэтому тогда, когда я дунул случайно, оно и подхилилось. Я спрей, помнишь, применил по-тупому? Ага. Или у тебя жизнь прибавилась, я еще задавал вопрос. Вот ты на него ответил, мы хилимся оба. Так, сейчас я вот это выкину, говно, все. Это опять сальтуха вдвоем? Ну давай. Сейчас, подожди. Кстати, у него выкидывается. Говно. Сейчас, Влад, погодь. Ты там взорвался? Нет? Сейчас, подожди, еще три раза надо сделать. А что, ты решил выкинуть все эти штуки? Да я не могу патроны потоплять на калаш из-за этой херни. Блях, выкинул бы что-то другое. Или нечего? Да, больше нечего. Либо хилки, сам понимаешь, хилки бы. Ну, хилки бы оставить, да, они... Я бы их не выкидывал, конечно. Все, наконец-то. Все, побежали! Так, окей. Давай, залазь. Поднимайся. Да ладно, это нас сегодня игра обманывает. Я полетел? Леон! Я в порядке, просто вытащи меня отсюда. Согласен, это для женщины, да, работа. Да спрыгивай ты, ёба! Так, я пытаюсь вытаскивать, на меня куча ребят напала. Слушай, это огромная муха. А ты с ней уже дерешься, что ли? А, ну я могу, да, мочить ее. Тут просто на меня напало много ребят. Я вот пока с ними тусуюсь. Прям как из фильма «Муха». Как из фильма «Муха». Так, мне нужно тут нажимать R вовремя. Так, я что-то сделал. Не знаю, что ты сделал, но он заработал. Иди, я тебя прикрою. Так, еще зомби лезут. Так, ко мне много лезут. Блин, была бы грена у меня. Я бы не отказался. Очень бы не отказался. Так, выбивается? А, ты мне тут нужен, блин. А так, может, я как-то можно? Да? Нет, никак нельзя. Ой. Влад, мне жопа. Не надо пока. Ты где? А, ты так медленно едешь, нихера себе. Так, я сейчас попалю тоже по нему, по мухе ему, по глазам. И может в глаза надо, да? Как я понял. Да. В натуре муха, смотри. Да. Глаза мухи, ну. Позолоченное брюхо, вот оно, да? Ты что делаешь? Ай, уйди. Ко мне еще эти лезут, парни мелкие. Фанаты мои. Так. Где Shadow Fight? Так, лови. Это лучше. Это где намного лежу? Лучше. Так, глаза. Да блин, чё такие перезарядки у тебя, блин, постоянные, Хелена? Гомонисты.
Перезаряжается, перезаряжается. Так, не знаю, я ему там по глазам вроде тоже даю чуть-чуть. Я весь свой арсенал на него не застопал, пофигу. Тут просто ко мне еще сверху пацаны заходят, блин. А мне кажется, я не двигаюсь. А я, у меня замедленное это пошло что-то. Эй-эй-эй-эй, я получаю. Подожди, в смысле? Я получаю люлей жестких. Да, и я, мне... кажется, не двигаюсь. Да, походу они сломали, они ее, видимо, зомби ее. Прикинь, ее зомби, видимо, назад отжимают. Или ее надо несколько раз включить. Я думаю, да. Твою мать. Так, Руслан, дожидайся. Так, что-то пошло. Это я пошел. А как ты хотел? Это жизнь. Это я, говорит, пошел. На дно. Короче, все понятно. Ладно, ты туда залазь, я сам не хочу. Да все нормально, сейчас я сделаю. Серьезно, что? Да тут и нельзя. Что там, серьезно? Обегал! Поработай еще над ним. Там зомби просто много, там где я отстреливаюсь, до хера зомби. Сейчас попробуем активировать еще раз. Да, ты зомби знаешь как сделай? Убей, но не всех. А они все там все равно появляются из ниоткуда. Гранаты не хватает. Не хватает грены. Так, сейчас попробуем отыграть еще грамотнее, чем мы это делаем с тобой обычно. Хотя вроде мы грамотные парни. Как ты на это вообще смотришь? Ты же чувствуешь в наших действиях грамотность? Так, ты пропал? Ты тут? Так, а чё он завис? Ты же здесь, да, вот? Я тут, ты тут. О, oh, no. А, ошибка связи произошла, да твою мать, серьезно что ли? Алло, ты сейчас тут? Алло? Чё произошло-то? Эх. Интернет, вот-вот тебе и интернет, ребята. Вот такой вот интернет. Интернет дает о себе знать. Молодец. Все. В наше время без лута никуда. Согласен, согласен. Ну что, привет, муха. Так, давай ты с мухой, а я пошел. Владос? Я тут. Нет. Да я тут. Почему самых лучших? Да я здесь! Что? Подстава. Опять оборвалось? Ты тут? Да ты что, серьезно что ли, мразь? Ребята, мы снова... А нет, еще не ребята, я еще пауза. Ребята, мы снова перезашли. Руслан, что ты можешь сказать на мой интернет? Я думаю, Бог любит троицу, в этот раз получится. Да, потому что я с роутера выдернул, и кабель так рос. Лут и тарелочку не забываем. Я уже не ныжу тарелочки. Да, ты должен их любить. Возможно, мы сейчас ее не возьмем, а она хоп и нас подставит опять. А как хотел. Так, Хелен, ты так медленно бегаешь, у тебя такие ляхи медленные. Будь, пожалуйста, добрее к своим ляхам и к нам. Мы и так перезаходим. Мы рестартим эту миссию в третий раз. Нужно добраться до хеликоптера. Хеликоптер, хеликоптер. Хеликоптер. Holy shit. Так. А, перепрыг. Так, забрался? Смотри, в принципе, там по той фигне не так долго мне плыть. То есть тебе надо еще раз активировать. Так что ты, наверное, зомби игнорируй. Просто нет, главное, так, меня их нельзя игнорировать, их очень много. Я буду стараться стрелять и одновременно что-то делать. Я, короче, почему я так сделал? Потому что, сейчас, секунду, я объединю. А, потому что, короче, они стали стягивать меня, а я пошел, отвлекся, короче, такой радостный. Думал, нужно только один раз активировать. Пошел тебе помогать ему в глаза стрелять, в мушиные. А когда я пришел, оказывается, тебя уже это... А мне уже нет. Готовят к скидыванию, да, поэтому вот так вот, неприятно. Готовят к скидону. К скидону, к скидке тебя готовят, да. Сука, не дай бог, мы залазим с тобой. Ура, мы залазим.
Мы залазим, и муха появляется. Ну, это точно last fight, я уверен в этом. Просто два раза вылететь с интернета, это last fight стопудово, я считаю. Мы ж не зря мучились, получается, с тобой, правильно? Да. Иди сюда, мразь. Так, Рус. Первая пошла. Отлично. Не знаю, что там сделано, но он заработал. Так, я перезаряжаюсь. Так, ко мне новая волна. Так, пока еще работаем. Так, у меня еще тут лут был, хорош. Вообще нормально. Так, скажешь, когда встанешь, я пока их гашу. Ну, я думаю, скажет. Там прямо она тоже сама скажет. Я просто не я работаю над этим. Они просто лезут, я могу не увидеть, если что. Так, сейчас скажешь. А, все встало, да. Ага. Хелена, let's go. Так, уйди от меня, очкастый хер. Так. Осуждаю, скажи, да, Руслан? Да. Рус, едешь. Ура! Нет, не едешь. Там двойной замок был. О, нет! Едь. Едешь? Да, да. Ура. Должен ехать. Я все активировал, ты ехать должен. Ага, все, да. Тут если один раз упустишь эту возможность, тебя, видимо, начнет сразу кидать вниз. Да. Так. Пошел. Ты че? Пошел вон. Ну, дядька, а. Все, погнал. Леон, готово, уходи оттуда. Отлично, с двух этих смог. Оп. Молоток. Сейчас ты залезешь, у меня там гости, видишь? Сюда их. Отлично. Это хорошо, что ты на перезарядке зашел сюда. А как еще? Так, луты. Так, сейчас надо что-то выкинуть. Как ты там выкидывал? Смотря чего. Допустим, гранаты не можешь выкинуть. Надо их прям так. Так, я выкину вот эту штуку. Получается, что надо? Как нет, это можно. Там будет урна. Так, на урна. Окей. Подожди. Урна. И чё? А, ну, все, там... все. Да, там надо мышкой поджимать, пиздец. Очень неудобно. Я никогда просто предмет не выкидывал, пока еще хватало. Так, поехали. Ну ты видел, да? Ты видел, что творится вообще здесь. Я в шоке. Да, мы еле успели это сделать с тобой. Так, все, погнали. Давай. Эту мушиную скотину надо гасить, она еще здесь, она жива. Слышу дыхание. Бриз. Морской. Вот француз. Француз? Француз. Сейчас, погнали, врываемся. Да, врываемся в ребят. Их много тут, кстати. Ох, это тентакля лезет их. Смотри. Как семенок. Блин, у него умение классное, как у мистера негатива в пауке. Он тоже там мог так делать. У людей забирал энергию и становился мощнее, помнишь? Отсасывал энергию? У своих ребят, да. Смотри, какая хуила стала огромная. Эсол, он сказал, нифига себе. Пока он в небе, мы на этом вертолете никуда не улетим. Так, Леон, спасибо. Спасибо, что... Капитан спасибо, Кэп. Что живой. Спасибо, что живой, Кэп. Очевидность. Куда он закрылся? В желтые штуки стрелять, да? Так, Логос. Так, а что это у него за хромосомы там? Я думаю, понял по ним. Так, он этих ребят еще гасит. Ой. Что это такое? Это что за бита огромная? Это как? Это что за... Ты тоже это видишь по центру карты? Я думаю, это просто рычаг. А ты где? Я вот все вижу, да. Опа! Что-то не похоже это на рычаг. Это похоже на очень... Больно. Это похоже на очень больно, Руслан. Понимаю. Бля, что за бронированный чел, не пойму. Как с ним быть-то? Ладно, стрелять. Там разберемся. А ты ему куда стреляешь? Именно где глаза, правильно? Я думаю, по голову надо вот этим херню. Ну я тоже по ним палю, но что-то ему как-то это. Да вот, я вот выстрелил. Да? Да, по ним, короче. Ну сейчас они что-то позеленели. Оказывается, когда глаза. А, вот для чего он сделан, смотри. Видал?
Это он так на потом оставил, видал? Смотри, нам природа помогает. Да этот чувак все время валялся там. Вот-вот, сейчас по ним. А, вот, давай! Твой волдосик! Представь, что это! Этот тип, короче, просто здесь лежал, чтобы его воскресить, охереть. Давай в глаза ему. Я думал, глаза... А, вот сейчас, наверное. Да-да-да, они... Можно, мне кажется, уже. Тем более, они дэмэдж получают. Давай, глаза. Хорош! О! Отлично. По-моему, не очень. Охренеть. Он еще живой. Он снова отращивает глаза себе, смотри. Это нечестно. О-о-о-о, отойди от меня! Как напряжено, нихера. Я тебя подкинул. Так. Это очень мощно. Я аж умолк, Руслан. Да-да-да. А вот эту штуку, может, тоже надо стрелять по ней? Он же с нее подпитывается, нет? Так, я ее подобрал зачем-то. Так, сейчас я буду. Я сейчас буду что-то делать жесткой ват. Так ее взять можно, что ли? А, это ты можешь должен сделать. Ему в глаз, наверное, ее воткнуть надо, когда он застагнется, слышь? А что это пошел? Не знаю. Возможно, когда он ляжет, ему надо воткнуть в глаз ее. Давай, мочи. Как варик. Блять, патроны эти сраные. А, нет, смотри, надо, чтобы кто-то на нее насадился. Ну, на нем поэтому мужик и лежал тогда. Давай в глаза, Рус, ты где? Попробуй воткнуть. Колено, помоги мне, или что он говорит? Нет, все правильно. Зомби должен на этой фигне лежать, как приманка. Вот сейчас, мне кажется, надо в глаз воткнуть было бы. Вот эта нет? Фигня, она в зомби, короче, втыкается. Как приманка. А-а-а. Потом он подошел. Я опять теперь? Помню сейчас. Да, все, это мол, нет, вот. Ну ладно, понятно же. А-а-а, вот оно что. Это чисто для него. Не, это классный боссфайт. Очень клёвый. Это клёвый боссфайт. Мне понравился. Я думаю, тебе тоже. Итак, ты живой? Все, поехали. Поехали. Ну, мы там прям как тигры сражались, как тигриные скоты и львы. Да, тигриное гнездо. Погнали. Warface пошел. Так, вот, садись. С этой стороны, что ли? Ви. Поехали. Смотри, там гранатомет к нему прицел. Да нет, серьезно, что ли? Ты еще жив? А что ты думал? Нет, такого просто быть не может в резиках, что он жив. Это первый резик, когда чувак жив уже пятый раз. Сейчас закончим играть, выйдем на улицу, и он того, что там будет. Мне кажется, знаешь, сейчас мы с тобой, когда уже комп выключим, он у нас дома появится с тобой. А, ракетница. Камон. С ракетницы, парню. Да? Или ты уже дал туда? Да. Вам только один снаряд. А, я не успел. Ну все, я думаю, это последний был. Точно? Сейчас тут человек летит. Сейчас он падает, и его поезд по нему проедет. Смотри. Я думаю, по нему поезд проедет. А, нет, он в амбреллу падает. Ооо, пика точеная, нихера себе. Ой, вот превьюшка. По-моему. Очень классно. Слушай, ну это жесткая смерть. Но ему все равно. Да не, мне кажется, он же тут не отрегенится. А, все, вытек. Охренеть, смотри, он на этот шпиль как залетел. Отек. Слушай, я тебе так скажу, пока что, наверное, из всех резиков, не считая Village, восьмую часть. Так. Там Димитреску очень мощная штука и стала. Ну это весомый бонус. Там был как Dark Souls. Но вот именно этот босс-файт, он был самый лютый. Вот смотри, Umbrella. Да, его кровь наполнила.
Нет, этот босс-файт был сам, один из самых охеренных в резиках, офигеть. Это за мою сестру. Давай. И пошли в вертолет. Это до чопа! Охренеть. Let's get out of here. Так, ну видимо кампейн заканчивается вот этот. Yeah. Там. Таблетка? Это от Ады Вонг, да. Это Ады? Ады. Это Ады? Yeah. Опа. Эйп. Чип. CD-карточка, SD-карточка для телефона. С ницами. Я думал, он скажет, нет, это рай. Она спросила, это ады? Нет, это рай. Ты понял, да? Леон, это доказательство вины Симмонса. А значит, доказательство твоей невиновности. Нашей невиновности. Мне оно не нужно. Хелена. Отличные новости, Леон. Мы обнаружили способ уничтожить вирус. Понял тебя, мы возвращаемся. До скорого, пошли. Руслан, я тебе так скажу. Люди считали эту игру недостойной и немножко слабой. Мне кажется, люди ебанутые. Ну, многие считали. Я не знаю. Я думаю, ты тоже в шоке от этого. Да, опа. А, все, я испугался. Че, босс-файт? Не, нормально, нормально. Блин, я думал босс-файт. Сейчас он из нее вылазит. Сейчас он с вертолета такой, Симмонс. Я все это время был в чипе, такой из чипа вылазит. Из Леона, что ли? Нет, все нормально. Классно, классно. Офигенно. Офигенная глава. Да, мы прошли главу. А, конец игры. Геймдизайн, значит, смотри. Жиро Таока. Не, на самом деле крутые, крутые ребята. Все эти люди молодцы. Да. Ну что, друзья, я предлагаю на этом закончить серию. Значит, ну, она будет делиться опять, как всегда. Мы прошли с вами целую главу. Мы молодцы, мы классные. Субтитры, видимо, не пропускаются никоим образом, да? Вот так вот и пропускаются. Вот, поэтому, всем спасибо за просмотр. С вами был Руслан. Да, всем хорошего настроения. А нет, так, у нас еще катсцена, да. Как в Марвел, прям, смотри, еще катсцены. Сейчас штуки три, наверное, да? Оттуда Симмонс вылазит. Дебора Харпер. Ой, какая молоденькая, ё-моё. Да. Совсем нифига пожила, ты смотри. 19? Мне пора ответить за все. Не, она 93-го, по-моему, там. 19 лет, по-моему. 13-й год. 93. 13,7. 20 лет. Да? Или какого она там года? 93, еще 10, 20, да. 20 лет. Я готова. Почему? Мы пока считали, не почитали. Что? Но ведь я участвовала в нападении. Я думаю, Ханниган одобрит. Комиссия по расследованию изучила материалы и решила, что карать тебя за преступление Симмонса будет несправедливо. Кроме того, вся информация будет засекречена. Но президент сделал бы то же самое. Видишь, Ингрид Ханниган, оказывается, нормальный человек. Получается так. Она классная. Классная. Блин, они все тут классные. Ну что, пойдем к остальным? Ну что, даже в щечку не будет, что ли? На полшишки. Леон. Пудреница Эйды. Пригодится, когда вы снова встретитесь. Женщины. А, ну эту штуку он уже говорил, да. Слушай, ну вот так седьмой резик кончался, например, когда с Розой там, да? Женщины, когда Ада его вела на остров в четвертой части. Это Леон, это в этом весь Леон, понимаешь? Хотя здесь он более серьезный.
Здесь раскрывается его характер еще лучше, чем в четвертой части бы раскрывался, понимаешь? Здесь он... Понимаю. Так, теперь вы можете выбирать из 8 наборов умений. 8? Извините, пожалуйста, блять. Там первые 4-то не прокачаны. Их нечем просто. Так, а что мы можем качнуть с тобой? Классно мы с тобой попрощались вовремя, да? Да. Катсцены пошли. Так, успешное сохранение. Сейчас давай посмотрим, что нам качнуть можно. А, в смысле, как ничего? Серьезно? Может, мы его типа в новом сможем качнуть, да? А, ты можешь зайти, вот где игра, компания, там будет настройка перков. Личные жетоны, дополнительный контент здесь. Компанию нажми. Компания? Да-да-да. А, ща. А, титульное достижение. Что-то там дали, какую-то штуку. Так, компания. Снизу настройка. Четвертая. Настройка умений. Ага. Да, да. А во, сколько у тебя там тысяч? Так, сколько? 30, да, по-моему, да. 30? Да. А у меня 12. А у меня 12. А знаешь, почему у меня 12 800? Так. Потому что, скорее всего, я вылетал когда. И они как-то не считали, наверное, из-за этого все это дело. Не знаю. Потому что у меня реально умений просто нет. Я имею в виду очков для умений. А, подожди, так тут же можно... А тут можно еще, кажется, колесиком вниз прокручивать. Офигеть. Я даже не знал. Француз. Подожди, как это так? Высвобождение. Позволяет вам легко выскользнуть из вражеского захвата. Давай качну. А, тут одиночные умения. Они дорогие есть еще. Ты видел тоже, да, их? Да. Увеличить шанс выпадения предметов. Больше в поверженных врагов будет оставлять после себя предметы. Давай качнем. Так, еще 6 осталось тысяч. Что-то у меня очков вообще мало, реально. Печалька. Так, повышает силу атак против зомби. Ну давай качнем это и орлиный глаз качну. Пусть будет. Блин, если б я не улетал, скорее всего, реально мне бы больше дали. Но это тупой интернет, что я могу сделать? Ладно, на этом давайте попрощаемся и начнем уже, надеюсь, в новой компании, да, Руслан? Да, да. Вот, все, поэтому всем спасибо, всем удачи. Покасики. Покасики.